Леопарду удалось поймать малыша антилопы Ниала. Он прижал его к земле своими передними лапами, а малыш в это время отчаянно визжал, зовя на помощь свою маму. Взрослая антилопа все-таки прибежала на помощь, но как только леопард поднял на нее свой злобный взгляд, она с перепугу сразу исчезла. Малыша уже никто не спасет.